На протяжении многовековой истории адыги, как и другие народы, выработали довольно богатый ассортимент национальных блюд. Они своеобразны, имеют высокие вкусовые качества, благодаря чему пользуются большим спросом у населения. Особенно популярны блюда из мяса и адыгского сыра – четлебж, лещипс, хуаяж и многие другие. В целях популяризации национальной адыгской кухни, а также поощрения талантливых кулинаров, вот уже на протяжении 2 лет в Республике Адыгея проводится сельский фестиваль адыгской кухни. Отрадно отметить, что оба раза мероприятие проводилось на территории Кашхабльского района. Сельский фестиваль адыгской кухни уже проводится 2-й год именно в Кашхабльском районе. А конкурс, фестиваль, скажем, в рамках фестиваля проводится и конкурс кулинаров. Цель конкурса такова, что в сельской местности проживает и молодежь, и старшее поколение. Показать преемственность поколений, показать, что в сельской местности есть увлекающиеся люди. Именно молодежь может увлекаться, и молодежь находит свою реализацию своих идей, показать, как в сельской местности происходит именно передача кулинарных рецептов, передача отношения вообще к национальной кухне. Для участников фестиваля в этот раз свои двери радушно распахнул сельский дом культуры аула Егерухай. А хозяева, в свою очередь, основательно подготовились к приезду лучших домохозяек со всего района. Кулинария – это часть нашей культуры, как адыгахабзе, как язык, как черкесска, как кабардинская, как черкесская лошадь. Это даже тоже занимает свое место определенное в нашей культуре. Есть у нас свой бренд адыгейский сыр, который мы защитили, который только мы выпускаем, адыгахалир. Вот популяризация вот так имеет огромное значение. Например, в том году проводили в Хачимзе, в этом году проводим у нас. Мы сделали как могли. Даже нам очень приятно, что нам досталось это, как говорится, что нам была такая честь, можно сказать, провести этот фестиваль. Да. Нам очень приятно, очень рады мы, что к нам люди приехали. Мы, конечно, чуть-чуть ограничены с ограничениями. Мы бы лучше, конечно, это провели, но так случилось. Открыла мероприятие руководитель Кашхабского районного отделения общественной организации «Союз женщин Республики Адыгея» Зарема Гурижева, которая представила присутствующим членов конкурсного жюри. Сегодня фестиваль затрагивает многие стороны нашей жизни. Это и адыгейский этикет, учение адыгейского языка, это и наши традиции, повторение наших традиций, преемственность поколений. Сегодня в нашем фестивале принимает участие самая молодая участница, которая 17 лет, и самая умудренная женщина 66 лет. Это очень радует, что молодежь тоже учится. Члены жюри тоже, преемственность поколений. Меличка Давлетовна, она закончила Харьковский технологический институт общественного питания, инженер-технолог с большим стажем работы. Мадин Альхауф, он у нас сыродел, мастер своего дела, он основатель фирмы для угона. Принимал участие в прошлом году и в этом году председатель нашего жюри. Галимек Аскарбеевна Воронова, все знаете, председатель Союза женщин Республики Адыгея. Очень приятно, что все сегодня, несмотря на то, что выходной день, все собрались. Всем в хорошем приподнятом настроении. Участницы фестиваля очень ответственно подошли к подготовке данного мероприятия. Ломившиеся столы от изобилия национальных блюд и их подача не оставили жюри равнодушным. Губат хлебусов, падмшай хлебусов.
Унарапасаида адгахуая гагугу цынов затифу хуаю хуаюкусу. Апарают халяжа, халяжины зархор, типаджа хаконку хуа, мероприятие тадыжчо шашны хуати, коллективом че решить цога тихалежену. Кадра хазыргар, тачет шипспаст, адгашхан. Своими секретами по приготовлению адыгских блюд поделился представитель Северокавказской ассоциации кулинаров Адыгеи сыровар Мадин Альхауф. Охус ара кояхарсоз тана адыга культура адыгашхынер популяризироваться. А вы помнишь адыгашхынха сошка? Мир шаку. Это, ну, мир зачем я кояхарсоз, хотя мир шаку, мир макумыш. Джайнафам фестиваль там сухча таба миси сагажамер хорео. Мер мухадус амер квадрасис. Исласран укоразини дускаш шусиака. Дуснак сузатиебшча хакум крахан кода имермба. Мухар джа гуа гуте тох пари хатарасаш хам бахажови дрож хаш хам. Ну, адгаш хун. Мер зи исер Исасипшча уза забажма ну рецептура хар подшава сошсан такое увлечение. Вот это называется жарума, такая как бы адыгское название специально дал этому, чтобы не было суджук, бастурма. Вот это в патент нам на здесь специи и только говядина, здесь нету жира вообще. Нету здесь пикельстара всяких, усилителей вкуса, вообще ничего нету, чистейший продукт это, белковый. Конечно. Сыровяленые. Да, это сыровяленые продукты, выглядит это вот так. Вот здесь белые штучки, это не жир, это мягкие ткани. Твердые ткани вырезаются вручную. Это все ручная работа в Кашхавльском районе, это мясо, которым я пользуюсь, что произвожу. Это вот сделано специально, я сделал. Это пришло со временем. Вообще первый продукт, который я делал, это называется лягур. Ну, лягур – это для мяса, гор вяленый, сушеный. Ну, это в старину это все делали. Я сегодня с собой не взял свою подставку и ранний окорок. Но я его тоже не сушу. Это специальные камеры от 65-75 влага. И, ну, такая... как бы сказать, адыгская еда, культура. Ну, это в старину, это все делали раньше. И это все я как бы, ну... Да, культура, да. Здесь тоже ничего нету, это чистейшее мясо, но это я специально, так как мероприятие сегодня, нарезал на слайсере. Сейчас мы это все попробуем, выглядит это вот так тоже. Затем везде в Европе, куда люди не ездят, везде едят хлеб, мясо, сыр. Вот. Это адыгейский сыр наш сушеный, ну, матакоев. Я его использую вместе, у меня специальные такие подачи, бывают сеты называются. Вот, и это сыр, мясо, ну, везде как культура еды есть, и у нас тоже как бы, но это как бы такой более такой, получается, много здесь всего. Это соус, многие его пробовали, итальянский песто, который в ресторанах подают. Но я сюда не добавляю пармезан, здесь адыгейский сыр вот этот, и здесь нету соли. Но это тоже, здесь базилик, кедровые орехи, оливковое масло, такой соус тоже. Его готовлю я на зиму, потому что базилик меньше 17 градусов, когда тепла, он не растет, он сразу... Это как риган тоже, только в зеленом виде. Вот как это выглядит. Да. Дорожный, да, но это такая вообще, это деликатесы такие, ну, это, как сказать, для ценителей еды. Конкурс прошел в 4 номинациях, в каждой из которых были определены победители и призеры. В номинации «Блюдо из птицы и мяса» победителем стала Людмила Тхагова из аулака Шахабаль, на втором месте коллектив школы Аула Егерухай, на третьем участница из аула Хачимзи Рита Хачимизова. В номинации «Крупяные блюда» все призовые места достались прекрасным представительницам из аула Егерухай. Первое место было присуждено Сариат Хаконовой, второе – Фаризет Канон,
Чернуковой и третья – Фатиме Тхаркаховой. Следующая номинация – это «Мучные блюда». Победителями в ней стали Марзиат Дагужиева из аула Егерухая, занявшая первое место, на втором – Гошма Автутаришева аула Хачимзи и на третьем – Зарема Беслеменова из аула Кашхабль. В номинации «Сыры и молочные блюда» места распределились следующим образом. На первом месте – участница из аула Ходз Айщета Фашагова, на втором – Сима Атрешева из аула Бличепсин и на третьем – Нафисет Канокова аула Егерухай. По итогам конкурса приз главы района вручили любительскому объединению «Дарман». Приза главы Егерухайского сельского поселения была удостоена Нафисет Канокова. В завершении всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки.